Япония ведет надзор за криптовалютными биржами. Как сообщает CoinSpot, японское агентство по финансовым услугам FSA организует команду из 30 официальных представителей, задача которых – содействовать регулированию криптобирж. Профессор Киотского университета Наоюки Ивашита, бывший глава финтех-центра Банка Японии, проведет экспертные консультации. Главная задача агентства – формирование правил учета криптовалют и создание регулятивной базы для ICO. Напомним, что в Японии криптовалюты узаконены в качестве метода оплаты. Новые японские законы также обязывают все криптобиржи регистрироваться в FSA.